Лайк! Подписка! Бубенцы! Пиши под этим видео столько комментариев, сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале. Всем огромнейший привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Евгений, ну или Матрикс, если кому-то так удобнее, ребятушки. Продолжаем Резидент. Продолжаем. Тишина такая на заднем фоне, я же что-то не могу. Аж даже немножечко стесняюсь. Резидент, ребятушки, продолжаем, но... Как всегда, есть одно «но». В общем, накануне я случайно совершенно получил такую вот не самую лучшую, сука, травму, несовместимую с игровой жизнью. Как минимум на пару дней. Вот, поэтому я сейчас, конечно, попробую что-нибудь наиграть, но это очень сильно сложно, потому что вот пальцы, они только вот так вот умеют сейчас делать. И очень тяжело нажимать на мышь на самом деле. То есть вот такая сложность, оказывается, может быть. Вот. Но у меня там есть пару серий по зайцу. Я сейчас еще запишу вот эту серию, не знаю, что из этого выйдет. Блять, как целиться теперь больно. Теперь я чувствую физическую боль, когда целюсь, представляете? Какая хрень. Вот. Чуть-чуть маленечко подлечу все это дело, и тогда уже можно будет нормально играть. Блять, подожди, смотри, маньяк какой-то стоит. Вот, по поводу ваших советов. Советы действительно дельные, советов было очень много, было очень интересно их почитать. Я думаю, что нужно сейчас отстреливать к чертовой матери винтовку. Вот, с целью того, чтобы купить ТМП. Что-то сильно за него топят, говорят, что просто вещь великолепная. Но места у меня, естественно, в рюкзаке не будет столько, чтобы прям с ТМП-хой-то... Слушайте, а если я в него гранат швырну? Чтобы с ТМП-хой все это уместить. Поэтому будем отстреливать сейчас снопу и менять ее на ТМП-шку. Вроде как должно быть хорошо. Не знаю, что из этого получится. Ну, давайте попробуем. Может быть, правда, гранату в него швырнуть? Надо их тратить. У меня что-то гранат до хрена. Я их вообще не трачу. А это какой-то козырный ферзиперст, да? Блядь, еще. Вот бы еще бы попасть, да? Вот бы еще бы попасть. Есть, на! Переобулся в воздухе! Вот это нормальный ход! Вообще хорошо, слушайте! Еще разок, на! Так, два патрона осталось, хорошо. Сейчас вот этого детка еще мы подвалим. Здорово, дед! Куда ты пошел? И вот в этого типа сейчас как раз попадем. Ну, блин, как убежал! Прытка! Как прытая ящерица! Что я сказал? Прыткая, прытковая ящерикова. Ящерка прыткая. Так, давайте попробуем его нахлобучить слегонца из дробана. Подходи давай. Ебать, ты маньяк, кожное лицо похоже. На-на. Так, с дробана нормально тоже подваливается. Подожди, сейчас мы ему как раз прическу подпортим. И опа. Какой шустрый. Слушай, а сколько тебя можно бить-то? А, все, хватит. Понял. Так, нормальное начало. Рубин в вашем дипломате. Подожди-ка, а я, наверное, могу его куда-нибудь вставить, да? Так, в задницу себе можешь его вставить, судя по всему. Рубин. Осмотрим. Большой драгоценный камень. Судя по всему, он никуда не вставляется. Да. Так, ребятушки, еще один момент. По поводу... Хер-то там, да? Вообще никуда не вставляется. Ну, ясно. По поводу звука, ребят, в игре. По поводу звука. Мне дважды написали, что со звуком какая-то делюга. Как-то нехорошо все это дело звучит. В общем, то ли слишком громкая музыка в самой игре, и поэтому ни черта не слышно. То ли баланс у меня голоса выше, чем баланс игры, и саму игру не слышно, ребят. Вот сейчас вот огромная просьба, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос, напишите, как в игре со звуком и что нужно сделать. Сделать громче меня, сделать тише меня, сделать тише музыку в игре. Да, мне еще написали вот про эти корзины. Это не корзины, это гнезда вообще-то. Я понял. Вот, вот про эти гнезда мне написали. Тоже большущее спасибо. Тоже будем пользоваться, получается, гнездами. Надо смотреть, где гнезды. Чё орал? Чё выбежал? Тем более шпинель дал.
А, нет, шпинель мне гнездо дало. Гнездо дало мне шпинеля. Звучит. Чувствую подвох. Кахедла, блядь. Ах ты, кахедла моя. Кахедла ты моя, кахедла. Потому что с Испанией, что ли? На тебе нахуй в лицо. Пина. Подбегаем сразу. Раз, и подъюбничек подрезаем с ножа. Шикарно. Слушайте, техника рабочая на самом деле. Ебать, там, по-моему, тут стоит. Техника на самом деле рабочая. Да, надо ее использовать. А, и все будет у нас хорошо. Фух, травесил. Зайбис. Над травесилом... Подсоединить. Подсоединяем травесила. Хорошо. Желтого бы еще травесила, было бы вообще огонь. Вот это был бы огонь. Да, про карту, про карту. Я карта, я карта. Оказывается, блин, есть карта. Без всякого сарказма, ребят. Я про карту не знал. Вот. Так, где-то я про ее... Проелозил, скажем так, сокровище. И туда нужно будет вернуться. И мы это обязательно сделаем. Но, скорее всего, я за кадром пробегу. Потому что мне написали, что там был камень. А который... Да, я вижу, вижу гнездо, вижу. Вижу гнездо, но вижу еще целую кучу народу. Камень, который вставляется в кружку. Ебать, ебать, А чего вас так много-то? Вам, между прочим, сказали больше четырех не собираться. Давайте-ка мы в них... Хотя... Снопу отстреливаем, ребята, снопу отстреливаем. Нормалды. Сейчас все будет. Ага. Ага. Так, я понял. Сейчас. Бля, ну двоих вообще не цепляет. Почему-то. Сейчас довыебываюсь, они на меня сагрятся. Это будет прискорбно. Да хуй с ним, давайте палить уже, чё. Так, максимально хорошо было. Давай. Отличненько. Так, и теперь уже можем спокойненько. От, не кидай. Ты чё швыряешься вещами? Упырь, блядь, ублюдок, смотри какой, а. Дали патроны на снопу. Ну вы что, издеваетесь? Я от них пытаюсь избавиться, а они мне их подсовывают и подсовывают. Ну ладно. Лишними не будут, я думаю. На-на. Это что это? Патрон для пистолета-пулемета. Вот, его-то я и хочу, кстати. Да, и к нему еще типа надо приклад взять. И всегда нужно по возможности, если есть такая, конечно же, возможность, улучшать огневую мощь. Иди твою мать, а чего у вас так много? Так, ну нормально, еще сейчас троих-то я... Попробую пошваркнуть. О, нормально идут, в ряд, хорошо. Пацаны, держите. 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 Обожаю снопу. Еще два выстрела. А почему одного только? Ладно, я с вами так засправлюсь. А, тебя не швыряйся ничем. Кому я говорю про это постоянно, а? Кому? Просто так к пустому месту, что ли? Воздуху я про это говорю. Не сметь швыряться. Помогло тебе, да? На-на. На-на. Давай-ка. Очень неудобно постоянно мышь туда-сюда дергать. Чего? Я пошел. На всякий случай, там звук какой-то нехороший. Я не знаю, что это такое. Мне не нравится, я пошел. Ага. А, там мужчина стоит. Мужчина стоит, сука. Мужчина. Так, а у меня два патрона осталось для... Для сна... Ай, блядь, как пальцы больно. Для снопы. Давайте перезарядим ее. Угу. Так. Подожди, тут у нас ничего нету.
Как так нету? Ничего себе, есть! Слеповуха есть. Так, мужчина, здравствуйте. Как ваше лицо? Хуёво, да? Спасибо. Я обязательно приму это к сведению. А подняться можно мне? Спасибо еще раз. Швыряется кто-то в реке. Стой! Падай. Красава. Хотя можно подрезать теперь еще. Вот и ради чего все это было? Ради чего? Скажи. Придурок. Так, мне сказали, что я здесь какой-то дом не осмотрел. Я сейчас его осмотрю, походу. А вот здесь что-нибудь есть? Ну подожди, 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 подожди. Курица есть. Нахуй нужна? Курица жмурится. Так, давайте наверх. Где-то, по-моему, еще мужик стоял наверху, нет? Опа! Твою ж мать! Вот это я сейчас словил лицом, конечно. Просто словил лицом. Просто красавчик. Тан-тара-тара-тара-тан. Просто красавчик. Тан-тара-тара-тара-там. Просто-напросто. Двери пинком научился открывать. Опять же, спасибо за инфу. Так, тут мы все собирали же. Откуда такие экшн-сцены в Резиденте? Так, вот какой-то дом. Так, ну страшной музыки нету. Да, наверное, его я и не осмотрел. Сейчас мы хорошенечко здесь все осмотрим. Потому что сейчас особо сильно торопиться я не буду. Ай. Ай. Бэ. Бэ. Румынский спецназ. Потому что все равно динамично играть мне больно. Мне больно играть динамично. Хорошо. Но положить некуда. Плохо. Есть, 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 есть куда, есть. Подожди, а почему? Ну вот же, нет? И еще одно яйцо. Так, дипломат закончился тем временем. Охренеть не встать. А-а-а, плохо, плохо. Маловато будет. Так, что еще есть? Очень грязная кровать. Кажется, на белье пятна крови. Тебе не кажется, у хозяйки были эти дни? Не буду заострять на этом внимание, но так оно и есть. Так, если я кого-то забываю поблагодарить за какие-то советы, то дико извиняюсь заранее перед всеми, кого забыл поблагодарить за какие-то советы. Потому что, ребят, вот столько советов. Я, пожалуй, еще ни по одной игре не получал. Сразу, много, дельно. Все прям четенько, все как надо. Что это? Хуй знает. Очень много информации, очень много информации. Я был, по-моему, да? Да. Бэх. Прыжок веры какой-то просто сделал. Так, ну и ладно. Значит, здесь мы вроде как обшарили все. Все обшарили теперь? Теперь-то, ребят, все обшарили? Да, наверное, все. Поднять. А, блядь, лестницу. Я думал, там дроп какой-то. Так, теперь нам нужно будет сходить. Так, здесь я был. В обратную путь дорожку. Посмотрим по карте-то. Бля, что у меня с голосом? Вообще беда какая-то. Ага. Да, тут целых два сокровища я не собрал. Я даже понял, где это. Но я, наверное, сейчас нажму на паузу. Или... Что, или не нажимать? Или на обратном пути на паузу уже нажать? Вдруг здесь что-нибудь появится? Вдруг что-то будет интересное?
произойдет какое-нибудь событие, а я на паузе. Ну, это ж так себе. Немножко беготни, так сказать, сделаем. Так. О, здесь у нас камень за нами, значит, Так, меня что-то... Кто-то что-то в меня кинул, алло. Зачем так делать? Не надо в спину. Не надо в спину. Пищит кто-то. Мыши. Так, и здесь должно быть какое-то гнездо возле вот этого дома. А, вижу гнездо. Возле этого дома. На-на. Ага, ну-ка. А, ключи сокровища. Кошачий глазь. Красный кошачий глаз. Отметки на камне говорят о том, что раньше он был куда-то вставлен. Но куда, гусары, молчать? По крайней мере, это редкий драгоценный камень. Ну-ка. А, точно работает. Огонь. Огонь. Так, я так понимаю, что рубин можно просто продать, да? Сюда можно зайти? Бля, ну вообще это было, конечно, очевидно. А, так я сюда и заходил. Я вон туда подняться не мог. Так, а где у нас, получается? Подожди, это где вообще? А, это я там типа вернусь как-то. Да. Уже здесь я уже у края карты. Вот сюда подняться никоим образом невозможно. Совершенно никак невозможно. Это исключено, бродяги. И как будто бы есть какое-то сокровище у нас, ребятушки. Это вот здесь. Даже нет, не здесь, а внутри. На, спина! Так, тут можно будет засейвиться, это мы засейвимся. Вот здесь у нас был шкаф, я его помню. И вот здесь у нас был шкаф. А его сейчас нет. Шкаф украли. Да, якобы вот здесь где-то есть сокровище. Прям как будто бы я смотрю на него. Но его здесь нет. Видите, нет. И наверху я не вижу ничего. Ну, подожди. Может быть, его надо сбить? Может быть, оно висит где-то прям под потолком? Тоже не видно. Ребят, ну, ничего не блестит. Как правило, сокровища же блестят. Тут ничего не блестит. Там такое ощущение, как будто бы я с другой стороны карты должен подойти к этому месту. И там где-то будет сокровище. Напишите в комментариях, если я прав. Если не прав, напишите, как это взять. Если что, я приду еще раз. Мне не сложно. Так, пойдемте. Здесь вроде как у нас даже противников-то нету. Пауки вон там есть. Но я не хочу подставляться под пауков. А, поэтому не пойду к ним. Блин, ну сейчас меня будет это голодать прям, я не знаю. Мне очень интересно было бы узнать, как все это дело работает. Точно мыши пищат. Точно пищат мыши. Кыши, мыши, жареные гвозди. Так, вот здесь надо быть аккуратным. В меня здесь швырялись. Я услышал этот звук холодного металла, ударившегося о камень. И внутри моей похолодело. Да, именно так. Так, по-моему, здесь есть сейф. Так точно. Ну, нужен ли он нам? Навряд ли. Пойдемте. Давайте играть прям на экстримчике. Хоть я и не хардкорщик. Но мы и так недавно сохранялись. Так, подожди, я так понимаю, что нам нужно вот в эту церковь, потому что мы нашли ключ с таким же символом, как вот на этой двери.
Да. Зайца. Подождите, а где здесь вообще настройки яркости видеоконтроллера? Здесь даже звук настроить нельзя. Ребят, по звуку не забудьте написать... Ага, есть машинка. По звуку не забудьте написать, что нужно сделать. Музыку сделать тише, голоса сделать громче, мой голос сделать тише, их голоса сделать громче. То есть я как бы хрен его знает. Так, тем временем... Да все, пойдем. Я так раздражаюсь, что приходится нажимать на Escape. Вот он Escape вообще не под рукой. Как-то эта штука выделяется. Да? О! Штыль и винель. Хорошо. Еще патроны. Отлично. Угу. Так, перезарядимся. Что-то здесь как-то здесь прохладненько. Надо перезарядиться. Так. Узкие помещения. Прекрасно. Вот здесь, наверное, эта МПХ была бы просто спасением, да? Ага, подожди. Здесь будет кто-нибудь нападать, стопудово, да? И эта штука нам поможет убить целую толпу отбросов. Сейчас разберемся. Есть кое-что интересное. Торгаш. В ассортименте. В ассортименте. В ассортименте. Чтобы оружие. Да, про оружие мне говорили, что классный пистолет. Мол, стоит его взять, он сразу несколько врагов пробивает насквозь. Что покупаешь? Так. Вот ТМПХ надо брать, получается, да? Приклад для ТМПХ. 14 тысяч. Ну, это ерунда, как бы, вообще по деньгам. Другое дело, что... у меня некуда все это дело девать. Надо продать винтовку. А на винтовке у меня еще 2 патрона. А мы сейчас их отстрелим и потом сходим продадим. Ну вот такой я человек, понимаешь что? Вот такой я человек. Подожди, а куда идти-то? А, вот дверь. А, вот дверь. Спасибо. Ебать ты наблюдательный, да? Кто-нибудь сейчас должен сказать обязательно. Ебать ты наблюдательный. Опачки, вот это уже интересно. Кладбище. Ага, вижу воронье. Вижу мужичка. Так, подожди. Воронье лучше отстреляться из пистика. Так, мне сказали, что если увидишь кучу ворон... Не ори. Кучу ворон. То швырять в них надо обязательно с гранаты. Пошел ты. А, это не ты орешь, а кто орет? Женщина! Женщина! Перестань! Перестань, женщина! Ну вот, теперь можно продавать, да? Сейчас пойдем, да продадим. Сейчас эту штуку заберем. Так. Ага. Проверить, что проверить? Такой символ я уже видел. Наверное, зависит. Да ты, блядь, прям капитан очевидность. О, я сейчас еще и пистолет получу. Огонь. Огонь батарея. Огонь батальон.
Так. Так. Говорят, еще змеи какие-то попадаются в этих ящиках. И в бочках. Но мне пока не попадались. Может быть, оно и к... О, вижу еще медальон. Может быть, оно и к лучшему. Опаньки! Кого я вижу? Два упыря. Один из них... Один из них продавал палку. О, не работает! Я побежал. Я, получается, побежал. Сейчас пистолет сразу продадим. До кучи. Потом будем разбираться уже со всеми. Если пистолет менять, надо же это продать, правильно? По-другому же это не работает. В могиле проход, представляешь? Проход в могиле. Ай, сука, пальчик. Так, пальчик, суставчик, все болит, сука, представляете? Заходи! Ты что так пугаешь-то? Заходи такой! Да-да-да, есть, братан, есть. Угу. Можно забрать его. А я продаю что, пистолет, да? На этом все, чужак. Нет, я продаю еще винтовку. На этом все, чужак. Спасибо. Ну все, теперь, чужак. Что покупаешь? Вот он, каратель, он бесплатный, да? Двух врагов, хорошо. Так вот сюда же мы его сейчас и положим. Великолепно. Так, АТМ-пэху. АТМ-пэху. Спасибо. На этом все. А, да? А, да? Ну, подожди. Подожди, а как нам... Не, да в принципе-то можно. Так, сейчас будем разбираться, ребят. Сейчас все уместим. У меня всегда получается все уместить. Я в Тетрис в детстве играл. Много. Почти не во что было больше играть, поэтому играли в Тетрис. Угу. Все-таки неправильно я сделал. Спасибо. Так, приклад для ТМП. А, он тоже же место занимает, да? А сколько он места занимает? Подожди. Подожди, давайте сожрем яйцо, потому что надо маленько восстановить здоровечко. Хорошо. Я не знаю, сколько занимает приклад ТМПшный. Понимаешь, в чем дело? Просто не знаю. У меня что-то дохера всего. А чё у меня так дохера всего? Конечно, понятно, что грех жаловаться, но тем не менее. И чё мне это дало сейчас? Да ничего. Ничего мне это сейчас не дало. Ой, блин. Ерундой какой-то занимаюсь, по-моему.
Ладно, давайте пока без приклада походим. Посмотрим, на что он вообще способен. Любое давайте улучшимся. Понял, понял, давай улучшимся. Улучшить. Что покупаешь? Пистолет, дробовик, ТМП. Мощность но сразу. Скорость спасибо. Перезарядки не знаю. Емкость обоймы сказали качать но обязательно. Давайте качать емкость спасибо. Обоймы. Так, дробаш. Мощность. Да. Спасибо. Емкость обоймы меня устраивает пока. Так-то. Подожди, а где каратель? А нет карателя. Я не могу его улучшить. Спасибо. А, так. Давайте посмотрим, на что у нас... Слушай, а что у нас? Стопы, я здесь что-то пропустил? Типа в темноте они блестят. Нормальный ход, ничего себе. Ага, так не работает. Через стену не стреляет почему-то. Заколку дали. Заколю что-нибудь. Звук такой прикольный у пистолета. Пулька как будто бы Децл рикошетит. Птю, говорит вот так вот. Птю. Так. На-на. Ну пойдем еще разбираться, значит, с пацанами. Что еще делать? Разбираться с пацанами только остается. Так. Так, ну и где эти бичуганы? Которые хотели мне тут что-то доказать. А, вон он стоит. Ну давай, иди сюда. Ой, у вас двое даже сразу. Огонь вообще прям нормально прошибает. Козлина! Ага, 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 сейчас, блядь. Ага, давай, давай, давай. Да еби твою мать! Потратился, честно говоря. Что взять? Давай. Так, давайте по ТМПшим немножко. 50 патронов, нормально в ТМПхе. Подожди, где-то здесь что-то болтался медальон какой-то. А, вон. Ай. Твою мать, она кривая. Да, они же отмечены на карте, прикинь. Закрыто. На двери углубление, туда нужно что-то вставить. Гусары молчать. Сейчас что-нибудь вставим. Непременно. Ханиган, это Леон. Дверь заперта, ее не открыть. Тебя что, в академии не учили взламывать замки? Тут есть паз, в который нужно что-то вставить. Что ж, бездействие делу не поможет. Леон, тебе нужно найти способ попасть внутрь. Все объяснила. Окей. Закрыт с другой стороны. Подожди, колокол есть. Так стрельнем в колокол. В смысле? Идите нахер. Опа! Ой, бля, пацаны с динамитом самые веселые этот. Опаньки, это что? Три символа близнецов. Диск поворачивается на 3 или 4 деления за раз. Подожди. Символы были на могилах, пошли на могилы. Ты откуда взялся-то? Придурок. Стой.
А, вот он. Да? Да. И там еще по дороге 3 штуки будут. А что мне дадут за 15 медальонов? Кто знает? А вы не подзаебали или нет? Промахивать, скажешь, знатно. Надо приклад брать. Приклад надо брать, ребят. Промахивается, сука, знатно. Возьмем обязательно. Обязательно возьмем. Ага, символы близнецов. Понял. Буква М Мориарти. Это значит Мориарти. Буква В. Где еще близнецы? Вот еще близнецы. М, В, С. И... И все, что ли? Ну да. МВС получается. О, сейчас поищем. МВС. Блять, головоломки. На 3 или 4. То есть, о, блять, как это все сложно. Ой, как это все сложно. На 3 это как вот так? 1, 2, 3. Четыре. Потом 3. Потом 4. Потом 4. Ну-ка, подожди, короче, смотри, 3. Потом 4. Потом 3. Потом 3. Потом 4. Нет, 3. 3 же. Потом 4 или 3? 3, наверное. Нет, 4 надо было. Надо было потом 4. А, и что я делаю? Бля, сложно. Несложно, нормально. Так, еще один, кстати, кошачий глаз. Подожди, это получается, что у меня теперь есть для кружки еще один вставыш. Так, у нас что? Так, здесь ничего не вставляется в нее. В нее ничего не вставляется. Да, у меня есть список того, что куда можно вставить. Мне скинули в комментариях, но я же его перед глазами не вижу. А вот это надо соединить с вот этим. И у меня еще один камень есть для того, чтобы вставить. Хорошо. Есть один камень для того, чтобы вставить. Как вам? Так, а что у нас, где вообще сохраняшка-то следующая есть? А, вот здесь как раз и есть. Нормально. Пойдем, повставляем. Да ты что? Хорошо. Не надо. Давай еще раз. В смысле? Нет, 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 подожди. Давай-ка без топоров. Без топоров, говорю, давай. О, давай, подходи. Сука, говно. Говно кролячье. Я тебе вообще-то в затылок стреляю, а ты за лицо держишься. Голова-то не выдержала, голова-то лопнула. Так, подожди, у нас что здесь? Один медальон. О, второй медальон. Поближе просто подойти надо, да? Так, тут у нас что? О, змея! Яйцо дали. Нормально. Закрытые церкви. У нас два беглеца.
Первостепенную важность представляет Луи, за ним следует американский агент. То, что Луис украл у нас, значит гораздо больше, чем девчонка. Без похищенного предмета она нам не нужна. Мы должны вернуть его, чтобы закончить то, что планировали. Если предмет попадет в чужие руки, то мир не станет таким, каким видит его лорд Садлер. Извиняюсь за голос, ребят, прям так себе. Нужно вернуть его любой ценой. Кроме того, не стоит забывать и о девчонке. Чтобы быть уверенным в том, что агент не доберется до нее, я запер дверь церкви, в которой мы ее держим. Каждый, кто захочет попасть в церковь, должен сначала получить разрешение у лорда Садлера. Ключ находится у озера, и там он надежно спрятан, так как лорд разбудил Дель Лаго. Никто не пересечет озеро живым. В венах агента течет наша кровь, поэтому его приход к нам лишь вопрос времени. А когда он будет с нами, уже никто не придет на поиски девчонки. Вот дядя! Так, ну-ка, будет подстава? Нет, денежки только. Все, я понял. Змеи, сука, есть. Значит, меня не просто так пугали. Я уж думал, может, врут? Может, врут, что змеи есть? Да ёб твою мать, попади. Подожди, а где еще? А, во. Не видно. Хорошо. Слушайте, хорошая штука-то, МПХ-то ваша. Ваша-то МПХ-то хорошая штука. Спасибо за совет. Классно, мне нравится. Воронье! Птицы в клетке. Опа, звери в клетке. А на воле воронье. Работает! Работает! Это палач по малолетке. Это прошлое мое. Есть. Хорошо так подрезался. Так, работает, будем знать. А я думаю, нахрена нужны слепоухи? Они же бесполезные всегда. А нет, вообще не бесполезные. Можно ворон глушить. Так, подожди, по-моему, я проебал вот здесь где-то. Еще один домик, да? Да, вот он. А там нет ничего. Нас просто обманули. Там просто ничего нету. Так, что-то еще вот здесь есть. Шалепинель. Кажется, ворота очень хорошо заперты. С другой стороны, слышно, как какое-то рычание. Ну, рычание, что? Рычание, бормотание. Всякое бывает. Кто-то, значит, там рычит. Так, я правильно иду? Да, здесь сейф. Опа, не будем спускаться. По лесенкам будем исключительно спрыгивать. Мы же исключительно спрыгнули сейчас. О, здесь есть торговец. Тут красиво. Музыка хорошая, мне нравится. Бочку вижу. Еще одну вижу. Вижу торговца. Есть что-нибудь редкое на продажу, чужа? Так, улучшения обновлены. Давай что посмотрим, что. Каратель есть. На этом все. Спасибо. На этом все. Спасибо. Пока, наверное, ничего не буду больше делать, да? Так, ну а что с прикладом-то делать? Я весь загружен. Вес загружен я. Взять и выкинуть. Ладно, давайте вот так сделаем. Нет, стоп.
бог с ним, пускай, ладно, я могу пойти на такие жертвы. Я могу. Почему? Потому что могу. Сейчас-то хватит места под ТМП-ху? Или опять нет? Нет, подожди. Вот так. А сколько занимает приклад? Он, может, две клетки всего занимает? Подожди, давай-ка посмотрим. Поговорить, конечно, да. Купить, конечно, да. ТМП, окей, ракетница, приклад. Еще бы писали. 80%, конечно. 4 клетки занимает, нихера себе. Так, ну теперь надо, наверное, совместить как-то. Спасибо. Подожди. Не, сейчас просто УЗИха. А, все, две буквы «Э» появилось. Да, вот теперь видно, что с прикладом. Огонь! Огонь, ребят, вообще нормально. Вообще, кстати, нормально. Но патронов у меня на нее немного, поэтому мы экипируем, пожалуй, пока что пистолет. А чего мы дробовиком не пользуемся? Сейчас экипируем дробовик. Надо 2 патрона отстрелить от дробовика. И у нас появятся еще 2 ячейки в инвентаре. Да, так и сделаем. Так и сделаем. Чтобы я потом не забыл. Все, ребяшки, давайте-ка на этом, наверное, будем завершать. Да, мы почти час записали. Что-то камера у меня криво, блядь, стоит. Сегодня вообще все как-то не слава богу. Все, ребяшки, буду немножко отдыхать, буду немножечко лечиться. Вот. Насморк еще такой нехороший, еще голос куда-то пропал. Вот, вот, пару дней пройдет, я как раз вот эту серию выложу, потом еще Зайца выложу, и тогда уже буду допроходить Резидента. Такие дела. Всем огромное спасибо за просмотр, за лайкосики, за ваши комментарии. Заходите в группу, заходите в Телеграм, ссылочки в описании под видео. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Евгений Лематрикс. Всем пока-пока, еще увидимся.